Для нуждающихся от небезразличных в Ульяновске проходит недельный донорский марафон. Специалисты станции переливания крови объединили усилия с местным отделением молодежки Общероссийского народного фронта. Начало донорской акции с участием волонтеров положил апрельский флешмоб «Оставайся донором», который прошел в 73 регионах страны. Участников оказалось более 1000 человек. По словам главврача станции, ульяновцы оказались очень отзывчивыми. Во-первых, так сказать, доноров больше. То есть в период пандемии мы очень рады, что, так сказать, доноры, ну, по крайней мере, понимают, что их кровь всегда необходима, что другие болезни, к сожалению, никто не прекращал. И, естественно, в связи и с пандемией, само собой разумеется, так сказать, компонентов крови необходимо гораздо больше в лечебные учреждения, в том числе. Молодежные активисты ОНФ не только сдали кровь, но и подарили пришедшим донорам памятные значки и ленточки ко Дню России. Другие организации также не остались в стороне. Мы работаем с управлением по делам молодежи в Ульяновской области, с молодежным парламентом, корпусом спасателей и другие общественные организации. Обладатель 4-й положительной группы крови Денис Вандеев уже 6-й раз сдает свой редкий материал. Денису нравится ощущение того, когда одновременно помогаешь людям и перезапускаешь свой организм. В донорство мужчина пришел по совету друга. Да, друг вместе занимались спортом. Посоветовал, говорит, да, и полезно, и для и так, и другим, говорит, помощь, и себе полезно. Ну и вот мы как-то поехали, сдали, ну и все, и дальше. Езжу, сдаю так вот, когда, ну, по возможности. Акция приурочена ко Всемирному дню донора. Сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет. О мероприятиях, условиях и противопоказаниях можно узнать в областной станции переливания крови. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.